Всем огромный привет! Сегодня приглашаю вас посмотреть новинки компании Art Visage. Посмотрим, что у нас появилось. Сделаем свотчи. И надеюсь, что выбор будет проще. Свотчи на палетку Art Visage Exotic Universe. Тени нанесены на голую кожу без подложки. Пигментированные, шелковистые, очень легко тушуются. Палетка Nude Universe. Нейтральная гамма. И свотчи на эту палитру. Также нанесла на чистую кожу без подложки. Красивые спарклы, очень приятные нейтральные нюдовые оттенки, матовые, и единственный хамелеон переливается из коричневого в зеленый. Спарклы, конечно, просто бесподобные. Art Visage представили новые жидкие тени для век в 10 оттенках. Красивые припыленные матовые гаммы. И свотчи на все цвета выглядят таким образом. Опять же, порядок идет с 1 по 10. 10 голубой и 1 самый светлый. Можно использовать как подложку под тени, так и как самостоятельный продукт. Хорошо равномерно распределяются и отлично фиксируются на веке. Следующие новинки Art Visage – это спарклы Illusion, представлены в 6 оттенках. Красивые, сияющие, и все они идут хамелеоны. Ложатся достаточно тонко, очень легко, и добавляют определенный акцент взгляду. И свотчи выглядят таким образом. Вот такая красота у бренда Art Visage. Надеюсь, что выбор будет проще.